Здравствуйте, мои хорошие! Песня «Светит месяц» на аккордеоне. Начинаем занятие. Так, ну что, «Светит месяц»? Готовы? Хорошая, веселая песенка. Начинается с нотки фа. Фа – это три черненькие слева влево. Вот она, фа. Играем фа по порядку, три нотки вверх. Фа, соль, ля. И возвращаемся. Соль, фа. Фа, соль, ля, соль, фа. Дальше нотки ми. Ми, фа, соль и до. Запомнили? Готовы? Еще разочек. Фа. В левой руке у нас. Вот она до, а мы начинаем с фа мажора. Мажор, фа мажор. На нотку ми у нас будет до мажор. Мы от фа поднялись вверх. Еще разок. Фа мажор. Фа мажор. До мажор. До мажор. Угу, учим дальше. Повторяем первую часть. Фа, соль, ля, соль, фа. Абсолютно то же самое повторили. И концовочка чуть-чуть другая. Ми, ре, ми, фа, соль. Что получилось? Фа, соль, ля, соль, ми, ре. Так, с левой рукой. Левая рука такая же. Фа мажор и до мажор. Фа мажор. А теперь сначала. Готовы? Фа, соль, ля, соль, фа, ми, фа, соль, до, фа, соль, ля, соль, фа, ми, ре, ми, фа, соль. Ну вот, полпесенки уже выучили. Давайте быстрее дальше. От ре играем. Так же секвенция, как мы вначале начинали от фа, фа, соль, ля, соль, фа. Так же и здесь будет, только от нотки ре. Ре, ми, фа, ми, ре. Легко, правда? Ре, ми, фа, ми, ре. Дальше до, ми, соль, ми. Мы играем прям трезвучие. Трезвучие – это три звука через звук. До, ми, соль, ми. Это вам потихонечку теорию музыки начинаю уже объяснять. Запоминайте, пожалуйста. Еще разочек. Ре, ми, фа, ми, ре. Дальше от до трезвучие. До, ми, соль и ми. Вернулись. Еще раз повторяем от ре. Ре, ми, фа, ми, ре. И в конце три раза нотка до. До, до, до. Вот и все. Давайте левую руку добавим. На ре у нас будет здесь соль, септаккорд. Соль, септаккорд. Соль. Септаккорд. Ну, на до мажорные трезвучия, конечно, у нас будет здесь тоже до мажор. До, ми, соль, ми. Опять нотка ре, и опять у нас соль септ. И в конце на до логично будет до мажор. Так, ну что, соединяем все вместе. Давайте еще разочек медленно играем. Итак, начинаем с нотки фа. И в басу у нас тоже фа. До с дырочкой, фа чуть-чуть ниже. Бас до. Опять фа. Опять до. Выше поднимаемся на соль. Вернулись на до. И опять соль. Что сколько минуток мы потратили на то, чтобы выучить. Так, ну что, играю вам целиком, чуть-чуть в более быстром темпе. Очень даже ее быстро-быстро научиться играть. На этом урок наш закончился.
Я думаю, что у вас все замечательно получилось. Если не получилось, пишите в комментарии, что не получилось. Если получилось, тоже пишите в комментарии, насколько вам понравился этот урок. И пишите, что бы вы хотели еще выучить играть. А я посмотрю, что вам хочется. Отберу из этих песен или пьес, или танцев то, что наиболее легкое, потому что ну, не сразу сложные могут сыграть все. И мы с вами будем учиться играть потихонечку от более легких к более сложным произведениям. Хорошо? Я вас жду на своих занятиях. Приходите, пожалуйста. Буду очень рада встрече с вами.